Робот якутской команды стал лучшим на 9-м всероссийском фестивале RoboFest 2017 в Москве. Соревнования проходили по 22 направлениям, одно из них – Автонет-14, по которому и заняли первое место учащиеся Республиканского лицея. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Подготовка к этим соревнованиям велась несколько месяцев. Все это время ребята разрабатывали робота, способного в специальной зоне через видеокамеру распознать улицу и номер дома, куда необходимо доставить груз со склада. Сначала он был более шире, а потом мы поняли, что из-за этого может сломаться гусеница. И мы сделали ее уже, как раз меняли руку. Сначала мы хотели сделать так, чтобы рука брала как больше кубиков, но а потом мы пришли к выводу, что это достаточно взять и одно. Все участники – учащиеся 7-х и 8-х классов. Несмотря на совсем юный возраст, ребята уже опытные сборщики роботов. У каждого из них за плечами опыт участия как в республиканских, так и всероссийских соревнованиях. Автонет – это одно из сложных соревнований. Там участвуют только опытные команды, опытные люди, которые умеют хорошо программировать. И это соревнование предполагает, что ваш компьютер имеет видеокамеру, с помощью него он обозревает окрестность и может распознавать символы, буквы, цвета, ну и, в принципе, дорожную разметку. Уже с 5-го класса они занимаются в робототехническом кружке на базе Республиканского лицея. А зам робототехники их учит руководитель кружка Татьяна Портодьяконова. Робототехника, она как бы интегрирует несколько школьных предметов, да? Ту же технологию, ту же математику, физику, информатику. Во-первых, они конструируют, моделируют. Тут должны быть умные руки, не только голова. Потом, чтобы робот нормально двигался по заданным этим, нужно правильно уметь программировать, хорошо все это рассчитывать. И плюс еще физику роботов тоже надо знать. Мобильный робот в финале выполнил задание практически полностью. Распознал правильный номер дома и цвет улицы. Доехал, не нарушая правил дорожного движения. Уверенно вывел команду на первое место. В ближайшее время ребята планируют немного отдохнуть перед тем, как начать собирать нового робота для новых соревнований. Юрий Осипов, Александр Жуков, НВК Саха, Якутск.